Они сопровождают человека всю его жизнь, от первого крика до последнего вздоха. В третье воскресенье июня в России чествуют медицинских работников. В городском округе Люберцы в сфере здравоохранения трудятся более 4000 человек. Лучшие представители профессии в честь профессионального праздника получили заслуженные награды. Вместо белых халатов и защитных костюмов сегодня праздничные наряды. Заняв места в зрительном зале и на время забыв о трудовых буднях, медицинские работники принимают поздравления и в очередной раз слышат в свой адрес слова благодарности. Последние 2 года они звучат часто. Вы почувствовали авторитет профессии, вы почувствовали значимость профессии. Я бываю часто в школах, и вот мальчишки, девчонки после школы, как правило, в 11 классе, я стараюсь максимум обойти, многие мечтают стать врачом. Вы одни из немногих людей, у которых, по сути, мечта сбылась. Потому что не может стать врачом человек, который не мечтал об этой профессии. Свои поздравления Владимир Ужицкий закрепил памятными наградами. Представители сферы здравоохранения получили благодарственные письма главы городского округа Люберцы и губернатора Московской области. Многолетний труд врачей отметили также знаками отличия. Врач-акушер-гинеколог Тамара Добровольская удостоена медали с символичным названием «Благодарю». Всегда для медицинских работников то, что их награждают и отмечают, это определенный мотивационный момент, который подает им возможность понять, что они нужны и что они готовы продолжать работать дальше и делиться своим профессионализмом во благо здоровья наших людей. 7 медицинских работников в свой профессиональный праздник получили особенный подарок – сертификат на предоставление служебной квартиры. Такая мера социальной поддержки действует в городском округе Люберцы уже несколько лет. Могу только предполагать, что это Комсомольский проспект. Пока еще не знаю, это такая как интрига. А жить буду с семьей, муж и дочка. Для меня этот праздник значит очень много, потому что я 7-е поколение врачей. А если дочка поступит, это будет уже 8-е поколение врачей. Надеюсь, что мы с честью пронесем то, что создавали мои предки. Свои поздравления выразили и артисты городского округа. Подарили праздничное настроение и заряд положительных эмоций тем, кто ежедневно стоит на страже жизни и здоровья людей. Луиза Игиазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.